Друзья, всем привет! Как вы увидели раньше, индюшка уже гуляет. Ну, как бы, мы заметили, что она гуляет. То есть, значит, никаких проблем нет. Она кушает, пьет. И еще, друзья, мы тоже обратили внимание, это как большие куры, тоже все лезут в одно гнездо. Так, куда ты пошел? Короче, походу, та еще тоже будет наседкой. Я сегодня всей птичке шлака дал. Ну, так оно подмерзло, ночью морозец был, там, то ли 4, то ли 5 градусов. И я думаю, сверху подкину, пускай они позанимаются. Так, а где они тут все? А, вон еще одна ходит, вон там купаются. Так, Павлуша, заходи, давай, иди. Иди, Павлуша. Куры нельзя. Павлуша, давай. Не, надо закрывать, потому что куры набегут, потом бегать за ними. Давай, 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 давай. Вот так, иди. Вот так. О, давай, заходи, заходи. Вот, заходи. Видишь, там твои невесты. Иди, иди. Сейчас того уберем. Эти пускай сидят. О. Я думаю, он сейчас того прогонит, он убежит. Начал гудеть, как автомобиль. А ну-ка. Опа, индюшки рады, видите, бегают. Вот. Они не дерутся. Ну, пускай здесь походит. Привлекает индюшечек. Там они уже снесли яйца под белое. Ну, мы пока не трогаем, пускай. А может, этот белый втихаря их покрывает? Уже, а? Может быть такое, друзья? Я думаю, ну, может. Видите, он тоже взъерошился. Может, даже и покрывает. Павлуши пока нету. Опа, ну, Павлуша, конечно, активно. Активно работает. Как этот, как павлин. Раскрыл. Я их немножечко прикрою, пока мы здесь будем. Пускай пару часиков погуляет. А этот здесь. Так. Раз. Курочки. Друзья, походу еще будут квочки, я думаю. Потому что вот, гляньте, очередь. Ой. Кто-то раздавил яйцо. Ну, отсюда уже одно забрали. Или расклевали, я же не пойму. Может, что лезут сюда по двое, по трое. Как бы. Но мы стараемся, друзья, яйца сразу забирать. Потому что чтобы они... Там бывает, нанесут в одном гнезде там штук 6. Вот она, залезут две и нечаянно могут раздавить. Так что такие вот дела. Так. В сарае тут отлично, великолепно. Все, друзья, и вы видели, она спокойно зашла. Никого не трогала. Он сидит, яйца немножечко проветривает. Ну, она, я думаю, она знает, что делать. Сегодня вечером посмотрим яйца у нее и вам уже скажем, если что. Что там? Ну, у них тут все отлично, великолепно. Так что такие вот дела, друзья. Все, у них тут свет даже сегодня включили. И она сидит, хоть бы ихны. Да, анаболики. Мы вообще, когда утром пришли, она вот здесь сидела. От этой этой покрышки. Так, идите. Выйдите, выйдите, выйдите. Выйдите. Молодцы. Ну, друзья, еще хочу по поводу яиц. Видите, и это в желтку, вот в том гнезде было. Как бы вот эти мы оставляем на еду. А почему мы так, ну, как бы собираем, стараемся людям хорошие яйца собрать? Ну, чтобы без желтка, потому что мало ли, знаете. Сегодня до нас еще заехал тесть и угостил вот такой рыбкой нас. Зайка. Всем привет. Вот, Катя сейчас говорит, пока ты занимаешься, давай я почищу. Будем коптить ее.
Ну, она вроде килограмма 3, он сказал. Он вообще рыбак. Ну, вроде его тоже угостили, и он нас угостил. А такой толстолобик. Отличный, великолепный. Так, эти спят. Оп, дергается. Все. Отдыхают. Начали туда интересоваться, в эти кормушечки. Но еще не сильно едят. Ну, друзья, оно все для них и новое, как бы. Я думаю, приучатся кушать. Время у них есть, мы все равно, как бы, пока еще их не выставляли. Пускай покушают, пока. Когда самостоятельно начнут кушать, тогда мы уже будем выставлять. Ага, Мурка. Так. Ну, Катя сейчас почистит, мы его заквасим в соли. Сегодня сделали дезинфекцию по плану, по всему сараю. Позаметали, потом обработали везде. И вот он, друзья, стоит. Так. Температура там 30 градусов в середине. Вон они, эти маленькие комочки. Водичку им поставили. Вылупилось 3 штучки. 2 яйца. Ну, короче, замерли в середине. Даже не проклюнулись. Но, друзья, получается, из-за того, что вначале оно немножечко перегрело, это влияет как бы на дальнейшую судьбу цыпляток. Но, получается, мы так с Катей ходили, смотрели, на кипиша вообще никто не похож. Все преобладает бентамочка. Если поросята, например, пумба тут преобладает в основном и здесь, и там у Фионы, то у этих, получается, преобладает сама мамка. Ну, а здесь, видите, черненькие. Тут рыжий. Тут, наверное, дед с бабкою. Оп-оп-оп. Сейчас я им отрежу. Пока отрезал, он уже и кормежка началась. Пока нож нашел. Катя отдал все ножи, и как бы они в рыбе. Пока этот нашел. Вот, гляньте, как ждут. На. На, ваши братаны и сестры родились. На. Я еще такого не видел, конечно. На. Да пальцы мои не клюй, ты что? Винтовочка. Угу. На. Вот. Все, клюйте. Ну и им вот комбикормчик такой есть. Засыпали отрубями. Ну, для того, чтобы как бы, как сказать... Потому что они, если опилками насыпать, могут клюнуть. А отрубя, если клюнут, в принципе, ничего страшного им не будет. Водичка, друзья, с медом мы даем первые сутки. Водичка с медом на литровую чашку. Ой, литровую банку мы даем чайную ложечку. Видите, они что-то там нашли, клюют. Сейчас я им найду какую-то посуду. А тарелочку насыплю комбикорма. И все. Видите, что творят? Ну, я думаю, все у них тут будет отлично, великолепно. Катя уже рыбу почти почистила. О, малявки. Мои помощи. Ну, зайки. Просто когда Катя делает рыбу на жареху, она занимается в основном. Ну, когда я на коптилку я делаю, а сейчас она говорит, давай я сделаю. И делает все сама. О, видите, вон он в корыте уже там занимается. Так что, слушает. Все, не наелись, прогоняет свиньи. Да, эти ходят паровозиком за мамкой. Ну, у них все равно, друзья, молока становится как бы меньше. Поросята больше. И из-за этого как бы мы поставили... Ух ты, гляньте, отгоняет. Ты видела, Зай, Фиона отгоняет поросят. О, малой пьет. Туз бубновый. А ну. Тузела, гляньте. Тузела пьет.
Пей, пей, пей. Ну, видно, немножечко намочили, ну, научатся, я думаю, они все, когда захотят пить. О, видите, у него рот немножечко дырявый, ну, он пьет, и все, хорошо у него все. Здесь тоже они там колупались, ну, кто-то отдыхает, тепло, кто-то ходит гуляет. Кстати, друзья, там еще говорили, что, ну, с кормом, мы корм всегда вычищаем, чтобы здесь не закисало у них. Потому что, то есть, если она вот не доела, то вечером перед кормежкой мы обязательно все почистим и как бы дадим свежее. Ну, она прокисшая и кушать не будет. Понятно, если ей не давать, то может она со временем поест, по-любому бы она поела. А так мы стараемся свеженькое, чтобы все чистенькое было. Ну, вот она покушала, немножко водички напустила, вечером почистим и как бы все отдадим. Чистенькая. Коты поедят голову, хвост. А уже остальное кинем. Куры поклюют немножечко. И уже будем выкидывать. Вот такой толстолобик получился. Ну, отлично. Как раз мы наедимся, да, как? Угу. Катя, говорю. Хочу сказать. Часто нам... Ну как, не часто, а иногда такие комментарии. Что ты называешь заяй? Друзья, мы так уже привыкли, мы живем уже не один год, нам так удобно, мы привыкли. Знаете, даже когда Катя на мне, Саша говорит, я думаю, что такое, что не так уже? Понимаете? Мы уже насколько привыкли, друзья, что для нас это как бы нормально. Ну и для большинства людей, я знаю, но кто так называет. Ну да, у каждого в семье свои привычки. Да, да, кто... котик там, кто собачка, я не знаю, по-разному, может, кто-то называет енотик там, или, я не знаю, цыпленок, по-разному, может, каждый называет, да, зайка? Да. Вот. Я его еще хочу досказать, почистил, обработал тоже дезинфектором, ну и все, а, не, вон он, есть, они потом его доедят, и насыпал уже этого. Ну, влажность, в принципе, им там не нужна. Если что, здесь по-любому будет возле воды большая влажность. А там сухо все, чистенько, отлично. Им как раз уютно и хорошо. Вон бинтамочки. Так, печка кочегарится сегодня кочанами. Ну, отлично, тоже хорошо. Кочаны горят, как этот. На ночь этими, как досками. А сейчас пока кочанами. Вот, на вечер сегодня опять будет мороз браться. Володя, видите? Одним глазом бдит. И все. Ну, петухи уже позаходили. Уже время, наверное, 5 часа. Все, уже все зашли. Ну, у них, друзья, только единственное. Хотя сегодня опять будет морозец, воду не буду менять. Они утром там встанут, когда захотят. Выйдут кушать, у них есть. Так что такие вот дела. Утки там тоже. Кстати, друзья, я в вчерашнем видео сказал, что, видать, она у нее ноги занемели. Или что, по поводу вот этой вот уточки. Вечером она уже была, как бы, все отлично. Так, коптильная. Вон там даже еще опилки есть. Так, одна сидит. Вот, смотрите, вон черная уточка. Может, даже это и она. Они пока здесь гуляют. Так, где еще черная? Вот черная. И еще где-то должна быть одна черная. А, и вон. Нет, то коричневая. А, их две черных. Вон, снесли опять яйцо. Кто-то начал нестись. Точно, две молоденьких утки, две черных. Вон одна. Вот смотрите, видите, она заходит нормально. И это стоит. Все, просто она, видать, посидела, как я и предполагал. Она, у нее ноги занемели. И как бы она стала. Так, а этот уже, гляньте какой. Это вот этот, который был у этих. Или это он? Я не знаю. Уже они так сравнялись. Ну, растут, друзья, хорошенечко растут.
Все у них отлично, великолепно. Зайцы. Зайцы тоже уже большие. Ага. Кстати, друзья, написали, надо почистить. Я тоже за это как бы думаю. Ну, у них, видите, там сухенько. Надо будет, я на днях им уберу. И нового сена туда им подкидаю. Я знаю, мы же уже это не первые кролята. Я разберу, закрою здесь, все вычищу и сделаю дезинфекцию. И положу туда. Что ты, привет? Пей водичку. И положу туда сенца нового. И все. И все будет отлично, великолепно. Вон она выбирает. Почесался. Да не трогаю я, не трогаю я никого. Не трогаю. Ну все, у них там в этом гнезде темно, хорошо. Я думаю, они не замерзнут так. Ага, зайцы большие. Так. Ага, привет. Вон они сидят. Тоже уже хорошие. Ну, я не знаю, какой вес мы... А, тут можно не закрывать. Мы их не взвешивали. А и вот коричневая молодая. Но я думаю, вес у них уже хороший. Посмотрим, друзья. Пока мы взвешивать их, хотя можно будет на днях взвесить. Вот тут как яблоки на снегу. Видите, вот сколько я 2 дня назад чистил, еще сухо вообще. То есть, я же говорю, на месяц, на полтора. Потом, когда они намочат, я еще слой подкидаю свежей соломки. И все будет сухенько, четенько. Так что такие дела. Опа, беляшек выскочил. Один. Их там 2 беляшика. Опа, второй, третий. Повылазили. Опа, что-то там почесался. Чик-чик-чик. Боится. Опа, четвертый серенький, 2 сереньких. Ага. На мамке тоже сено кушать. Опа. Маленькие такие, прикольненькие. В корыто полезли. Они уже кушают, все нормально. Ну, а будут с мамкой пару месяцев, потому что им сразу, не их сразу, опа, бегает. Мы смотрели, опа, черненький пьет. Смотрели информацию, что они уже кушают там с какого-то дня, я уже точно не помню. Ну, сейчас им, по-моему, 20 дней, 20 чем-то может. Они уже кушают, ну, дней 5 они уже кушают. И когда они с молоком, у них там в желудке как бы все нормально крутится. То есть нету никаких проблем. Опа, опа, гляньте, они там лазят по всему этому. Прыгнул, опа, прыгают. Артисты маленькие. А Володя здесь. Володька, иди в будку, бди, бди. Друзья, вот такую вот баночку. Сейчас я им насыплю. А, так, немножечко. И... Нет, зачем? Вот. Это будет отверстие... О, вот, оттуда ваш прям тепло идет. Будет открыто, ну, чтобы свежий воздух им как бы заходил. А, вот так. О, а ну-ка, вот так. Будут бежать. Типа-типа-типа-типа-типа-типонька. Типа. Нет, не бегу. А тут ближе нужно? Не-не-не, они. Чтобы они же там тоже спали, отдыхали. Вот так, раз. Градусник, чтобы наблюдать за температурой. Не. Ну, они, друзья, подойдут. Они там в инкубаторе, я им тоже ставил корм. Ну, в том выводном. Мы там постелили бумагу. Может, отварим яйца? А, да. Утиные. Яйца есть, да. Взяли, будем варить им. С луком, да, и бинтамочком дадим. И надеяться будем, что скоро будут еще здесь индюшата. Гляньте, Мурка забрала у всех голову. Ну, что повыедают, да. Все будет. Сейчас
замаринуем. Мы просто, друзья, как бы я засалю и все. Час порежу там в середине, часа полтора оно будет засаливаться. Потом я повешу вот сюда, включу вентилятор, от печки тепло. Где-то часик просушу его и в коптилку. Так что такие вот дела. И все будет отлично. А, да, 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 ты гулять, я же их выпустил. Они уже и сюда приходят часто. Да, когда мы вот поубираем, у нас тут чистенько, мы их выпускаем, чтобы они походили, погуляли. Поросята отдыхают, а у них жизнь малина. Покушал, пошел спать в теплоту, друг на друга позалазили и спят. Так, ну эти тоже, он тут бегает, там играется, ай тя-тя. А эти дрыхнут. Туз бубновый. Ну, короче, все отлично, друзья. Все, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока.